Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Давайте пойдем в убежище, посмотрим, что у нас там сейчас творится. Ну, давай, при помощи квантовой ядерной колы можно сократить время обслуживания в парикмахерской. Спасибо, очень хорошая информация, как раз нам этого и не хватало. И, как мы видим, что... О, 130 крышек. Хорошо, забираем. У нас еще один житель прибывает. Где он там? Сейчас посмотрим. Пол. Пол, как раз нам тебя-то и не хватало для полной коллекции. Давайте-ка, заходите, ребятушки мои. Да что такое-то? Вот. Нет, подожди, мы пока не будем начинать. Это все закрывается. Собрать. Естественно, все собираем. Здесь тоже. Здесь пока закрываем. Опа, оптический пистолет института. Какой карабин? Термооптический, ага, понятно. Одеяние скриптора. И теперь забираем пола. Все, вроде бы пока хорошо. Так, тут у меня уровень получила девушка. Здесь тоже. Здесь я натренировался. Еще, смотрю, 9-й левел получил. Так, еду забираем. Так, Пол, надо тебя, наверное, одеть маленько во что-то путевое. Давай мы тебе сейчас выдадим какое-нибудь оружие хорошее. Я вижу пока на 7-ку вроде бы оптимальный вариант. Давайте вот лазер поставим. А по шмотке... Так, надо вначале определиться, куда нам нужно его влепить. Я смотрю, у нас на электростанции всего лишь один чувачок. Так, буква С нужна. Давай мы, наверное, тебя туда и отправим. Эй, ты куда? Куда убежал-то, Пол? А, вот он. Стоит такой на стреме. Выделывается. Давай с буквой С тебе костюмчик подходящий найдем. Это будет, наверное, у нас вот этот вот. С3. Военная форма. И иди добывай электричество. Вот так. А что ты у меня ходишь, ничего не делаешь, а? А, это же мастерская костюмов. Ёлки-палки, чё я? Чё я туплю? Ну и можно, наверное, приступить к заданию. Жучиная охота называется. Давайте глянем, что там за жучиная охота, блин. Убить светящего рат-таракана. Такое вроде бы мы уже с вами делали как-то, я помню, в ближайшее время. Ну и еще раз сделаем. Какая карта здесь? Ну, такая, средненькая. Тебе так же страшно, как и мне? Нисколечко. Ну, тут у нас кто? Гуль еще почему-то. Ладно, с ними сейчас разберемся моментально. Давай, давай, стреляйте, ребятушки. Ну что вы тупите-то? Готов, готов. И последний тоже готов. Так, тут мне еще нужно забрать вот этот ящик. Начнем, наверное, снизу, да? Я думаю, самый оптимальный вариант снизу пройти, потом уже будем верхние этажи прошаривать. Опять гули. Что ж сегодня такая за походка у нас? Должны идти к тараканам, а встречаем гулей. Давай, лечись. Два слова. Хорошая добыча. Ну, как сказать, я не совсем ей доволен, если честно. Тишина. Забираем все. И маленькая комнатушка. Я ничего не пропустил. Ага, ничего. Крышки не взял. И вот у нас тараканчики вылезли. Зря, конечно, они появились здесь. Так, здесь мы зачистили. Давайте с вами уже идти на верхние этажи. Тут у нас раз, два. Раз, два, три. Три этажа еще целых. Угу. И в конце должен быть у нас, по идее, босс. Светящийся таракан. Зеленый, как обычно. Ага, вылезли, вылезли. Не заставили долго ждать себя. В принципе, это зря они сделали. Что-то ничего нам не дают.
Это правильное направление. Конечно, правильное. Ну что, вы не можете уже таракана, что ли, убить последнего? Ёпак, стоят, смотрят, блин. Курточку, хорошо. Здесь у нас шкаф. Его облутаем, крышки. Как-то кисло в этом уровне, если честно, ничего нам хорошего не дают. А если дают, то мало, особенно крышек. Вылезли. Сейчас разберемся. Так, два. У нас тут два ящика. Можно полутать. Плюс комнатка. Забираем. Мне слегка надоели эти приключения. Я понимаю тебя. Что-то новенькое получил. Какой-то патрон. Опять тараканы. Вот он, босс. Вот его мы должны, наверное, убить. Так, не так. Так, я ничего здесь не пропустил? По-моему, нет. Все у нас хорошо. Да, жучиная охота закончена у нас здесь. Две квантовые колы получили. Но я все равно допройду эти этажи. Посмотрим, что тут будет. Тараканы. Готовы. И пора наверх нам перебираться. На последний этаж, который быстренько пробежим. Я даже не сомневался, что почему-то в этой комнате вылезут тараканы сейчас. Ну дайте хоть одного лутануть того. Хорошо. А здесь у нас... Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом. Какой пролом ты ринешься? В пролом она собралась. Странно, нету никого. Но здесь должны, конечно же, вылезти. Вот они. И последняя комната. Тоже с тараканами. Ну вот, ребят, как-то так мы и прошли это задание. Довольно легкое, согласитесь. Крыжик мы получили с вами 1500. И уровень еще получает чувак 19. Все, пора отсюда убегать. Сколько они затребуют за возвращение? Да-да-да, вернуться. Давайте одну колу и все. И на этом разойдемся. Не будете меня долго сейчас парить здесь. Три? Ай, три. Пять часов им бежать. Ладно, хорошо, фиг с ним, беги. И сразу же, наверное, мы... Оу, у нас еще и не хватает места. Ё-моё, давайте продавать обычные предметы. А это соберем. Ага, собрали. Настольный вентилятор. Как мне тебя продать, скажи-ка мне на милость. Ладно, пока закроем. Где ты появился, незнакомец? Вот он, стоит. Тут мы еще с вами крыжик назарабатывали. И бокс. Собрать, ага, 1500 крыжек в убежище. Хорошо, ладно. Нам что-то тут еще даст... А, это бокс. Постройки нам пока не дают. Нужно 40 жителей. Тогда перейдем с вами на склад и посмотрим, что можно здесь удалить. Вот это вот нафиг нам не нужно. Все продаем. Это тоже мы продаем. Давай все, говорю, продавай. Тоже никчемный пистолетик. Вообще револьвер фигня полнейшая. Пневматическое ружье. Мы что, в тире что ли находимся? Елки-палки. Ржавый винчестер. Давай продадим. И вроде бы как все пока. Хорошо, давай по костюмам глянем. Вот это, наверное, мы продадим. Так, походный костюм бомжа тоже продадим. Другого слова у меня нет у него. Так, рейдерскую броню тоже удаляем. Тяжелая кожаная броня. Эпическая получается. Так, костюм наемника нам не нужен. Антирадиационный костюм и ночная рубашка, наверное, тоже нам не пригодится. Все продаем. Так, сколько места у нас? На 35 шмоток. Все, хватает. Давай, заходите, ребята. Так, открыто достижение городской боец. И заработали еще колу. Дайте мне водички забрать.
И будем открывать, наверное, с вами бокс. Глядеть, что в нем. Поехали. Так, опять вентилятор, хлам начинается. Ну вот зачем мне вот это вот оружие такое фиговое? 100 крыжек, 50 энергии, здорово просто. Костюм полевого врача. Да, не совсем мне порадовал этот бокс. Какую-то ерунду дали, если честно. Так, ну у меня слишком много ребят, которые ходят без дела. Я думаю, что пора отправиться нам еще на какое-нибудь задание. Давайте-ка определимся. Забота о животных. Догоните похитителей. А, мы еще до сих пор с вами не выполнили это задание. Пора за него взяться конкретно. Так, давай иди. Потом ты пойдешь у меня. Нет, ты не пойдешь. Ты мне не нравишься. Вот так сделаем. И вот такой бригадушкой можно, в принципе, рвануть. Возьмем стимпаки, ротпаки. И начнут они у меня задание. Так, подожди. Блин, откуда ты взялся, а? Ладно, вот так сделаем, чтобы... Не побежала она никуда? Нет, вроде бы. Так, где ты, олух? Вот он. Нашел, где встать, да? Так, давайте следующее задание выбирать. Дружественное поселение. Я бы, честно говоря, вот это хотел бы взять. Давайте, наверное, вот это вот возьмем, потому что им идти 22 часа, плюс тут у нас бокс будет. Для этого задания у меня есть вот этот паренек. Джерик пойдет и... По-моему, Питер, да? Да, вот так вот они. Такой бригадой и рванут. Начинаем задание. Не, нифига себе, сколько нужно туда крыжек. 11, чтобы добежать. По-моему, это перебор. Ну, если честно, мне нужна новая какая-нибудь постройка. Потому что, как бы, крышки есть, а строить нечего. Хорошо, тогда сделаем небольшой перерывчик. Ну что, ребята, вот и закончился наш перерывчик. Продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, 130 крышек мы получаем, это хорошо. Так, и я смотрю, у нас новый житель. Да ладно тебе с ящиками, там успокойся, у нас все нормально, места должно хватать. И у нас барышня бежит на всех парусах к нам в убежище. Конечно же, мы с радостью ее примем. 13 уровень получает мой персонажик. Так, что у нас тут еще что-нибудь есть? Ага, мы не можем ничего здесь улучшить пока. Тут 55 жителей нужно. Так, выучился, молодец, красава. Угу, давайте-ка, наверное, улучшим 3000 крыжек. И у нас еще 6000 остается. Здесь можем? Тоже улучшаем. Отличненько. Хорош, кто он? А, пожар. Так, хорош сидеть, давай иди, помогай тушить. И ты тоже иди туши. Нечего тут расслабляться, когда у нас тут вокруг все горит. Ну что же, прошу в убежище, барышня. Заодно посмотрим, какие у нее статы. Практически ничего нету. Плохо. Надержи ржавый лазерный пистолет. И давайте ей какой-то костюм оденем. Не голо же ей здесь бегать. Как говорится, привлекать к себе чересчур большое внимание. Так, мы разобрались с происшествиями еще немножко. И, кстати, мы сделаем еще одно задание. Так, ну-ка, родная моя, давай-ка вот сюда. И сейчас мы тебе подберем костюмчик с буковкой А. Ну где ты там застряла, елки-палки, лифт что ли? Куда ты бежишь? Елки-палки, а? Вот неугомонные. Ну-ка, давайте-ка смотреть. А3, вот, носи комбинезончик и готовь нам еду. Я уже проголодался. Ну, а мы, наверное, с вами, ребятушки, сейчас начнем выполнять задание наших чувачков, которые у нас находятся в пустоши. Там у нас, по-моему, две бригады, если я не путаю. Так, что тут у нас? Пока все хорошо. 9000 крыжек. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Хе-хе, у меня нет. Нет столько. И, как я понимаю, больше ничего не могу сделать. Такого просто быть не может, да, по идее? Ладно, давайте-ка начинать задание. А я тут смотрю, Жериха там уже у нас что-то сморщился весь бедный.
И, как у нас тут называется, ага, испытание, игровое шоу. Ответить на все вопросы. Кстати, у нас вроде бы уже было такое задание, да, помните? Рейдеры все время нам задавали вопросы. И как-то Викторина там, потеряй голову или что-то типа в этом. Ну-ка, сейчас узнаем. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Ну, это же было у нас задание такое. Отвечайте на вопросы правильно и получайте крышки. Если дадите неверный ответ, то потеряйте голову. Как зовут старого ясновидящего помощника Минитменов? Я не знаю, если честно. Давайте так. Престон Гарви. Ну, что молчишь-то? Правильно, нет? Он не смог бы предсказать даже настоящее, поэтому вы потеряете голову. А вот это ты, братишка, зря. Зря ты так сказал. Потому что тебе придется сейчас просто помереть здесь, в этом никчемном здании. И никто тебе даже не вспомнит. Так, давайте вот босяру главного шваркнем. Тем более он с бейсбольной битой. Салабон, оказался он салагой. Так, еще один сбитый у нас тут. Так, давай раскромсаем. Барышня, извини, придется тебя ликвидировать. Было ничье, стало мое. Вот это ты правильно подметил. Крышки будут наши. И у нас с вами, ой, маленько, 63 всего крышечки. Но, тем не менее, хоть что-то. Здесь пусто. Достается нам пистолет, причем, блин, с лазерным прицелом, да, я вот этого не понимаю, на револьвере. Оу. Начинаем второй раунд. Ну, давай. Какая военизированная группа захватила проект «Чистота» до того, как он был завершен? Слушайте, это был, по-моему, анклав, если я не ошибаюсь. Попробуем. И, черт, верно, а мне так хотелось увидеть, как вы потеряете голову. Давай крышки на бочку, сколько даешь? Маловато. Но, тем не менее, хотя бы обошлось все без драки. Куда вы бежите? Давайте вниз. У нас еще тут много этажей и много раундов. Забегаем. Ага, здесь, смотрите-ка, сразу полезли в драку. Смертнички наши. Хорошо, сейчас мы их накумарим. Они, как говорится, сами напросились, верно? Мы пришли сюда с миром отвечать на вопросы по викторине. Но они, видимо, чего-то перепутали и начали на нас нападать, за что и поплатились. Хорошо, забираем крышки. О, даже чертеж получили. Замечательно. Это я люблю. Еще одна партия смертничков у нас здесь. Сейчас мы их быстренько раскумарим. С иракезом. Уже дожил до седых волос, а все иракез носит. Ах ты, олух. Так подхил. В общем, давайте завязывать с ними. Надоели они мне уже. Тем более с бейсбольными битами. Так, отличненько. Забираем здесь лут. Крышки. Нам понадобятся новые склады. Да, скорее всего, так оно и есть. Оу, и у нас третий раунд. Давай вопрос. Начинаем третий раунд игры «Потеряй голову». Как звали безумного механика подземки? Техник Тед Тим Том. Механик Майк. Слушайте, может быть, его звали Механик? Ну, что ты скажешь? У вас совсем плохо получается играть в эту игру, и поэтому вы потеряете голову. Ну да, конечно. Это, братишка, у тебя получается совсем плохо задавать свои дурацкие вопросы. Так как потеряешь голову сейчас ты. И, как говорится, уже тебе здесь никто и ничто не поможет. Ух, сейчас я его критану. Ха. Дамочка, извини. 2,5-кратный урон ты получила. Так, но это еще не все. Будут еще вопросы. 13-й уровень у меня получает персонажик. Спускаемся на лифте на последний этаж. Я так понимаю, здесь уже будет последний раунд у нас. Ратпак. Здесь у нас очередная маленькая такая заварушка. 2-кратный урон, отлично. Получилось все. Замечательно. Сойдет. Да, конечно, сойдет. Ну что, 1233 крыжик. Это уже хорошо, это уже что-то. Как говорится, не стыдно возвращаться домой. А это еще колос такая. А теперь последний раунд. А какой напасти хотел избавиться Алистер Тинпенни? Слушайте, может быть, он хотел избавиться от гулей? Я не знаю, честно говоря.
Да, он их ненавидел. Но это все равно неправильный ответ. Вы потеряете голову. Блин, хотя бы показывали потом верный ответ, что нужно было ответить. А то я даже не знаю. А может быть, я правильно ответил, а вы тут специально на меня нападаете. Упыри. Все, пора с тобой завязывать. Да, какой-то странный рейдер. Такая милая девчуля. И мы с вами получаем бокс. Это замечательно. А здесь-то что? Ну-ка. Куртофанчик. Ладно, в принципе, все. Можно отсюда убегать. Здесь нам делать больше нечего. Все, облазили. Так что. Интересно, сколько он ядер колы попросит за возвращение? Открыто достижение красноречия. Блин, дайте мгновение, 6 бутылок. Что-то уж больно многовато. Мне такого не устраивает. Так, склады якобы переполнены, да, показывают мне. Давайте посмотрим. Сейчас 135. Так, где-где незнакомец? Ищем незнакомца. Ага, вон он стоит. От меня не уйдешь. Ну что же, я думаю, что пора приступать нам ко второму заданию. Забота о животных. И начинаем. Это у нас элитный отряд. Самый сильный у меня, который в игре. Найти следы бутылки и мистера Крышки в здании Робко. Кстати, здание здесь не очень-то и большое. Должны, в принципе, по-быстренькому с вами его пройти. Кто здесь у нас? Ага, крысы. Кот-то крысы. Ну что ж, давайте их разбирать. Давайте вот так сделаем. Потому что надо в первую очередь уничтожать мини-босса. И если этого не сделать, он будет постоянно призывать своих других крысенышей. Все, замочили. Лопата, револьвер и уровень 21. И здесь живут люди, да походу, что здесь никто не живет. Кроме этих крыс. Ну давайте, давайте. Ёлки-палки, я не понимаю, неужели вы уже ослабли по урону, что не можете добить с первого выстрела эту крысу? Да, видимо, оружие у нас уже стало слабеньким. Надо искать более подходящий вариант, чтобы расстреливать уже на раз. Как этих, как тараканов. Ну-ка, что здесь у нас? Оу, черчеж здания. Вот это хорошо. А здесь опять крысы. А нет, смотрите-ка. Скорпионы. Надеюсь, не рад скорпион. Хотя рад, ребята, потому что смотрите, сколько наносит урону у меня чувачку. Всего лишь 2 раза ударил, а у него уже хп почти нету. Плохо дело. Раз идут такие монстрики, значит, скоро будут и когти смерти у нас с вами появляться. Ой, даже не знаю, что и сказать. В любом случае, нам нужно будет укрепляться, раскачивать своих персонажей, чтобы хоть как-то потом противостоять им. А для этого нужно и силу, и ловкость развивать. В общем, все-все-все. Ого! Это хорошо, еще один чертеж здания мы нашли с вами. Хотелось бы мне, конечно, получить новенькое здание. Кстати, когда я играл на мобильной версии, я так и не насобирал полностью. Да их, честно говоря, в то время было маловато, этих чертежей новейших. Так что даже ума не приложу, что здесь могут новенького такого сделать с ними. Все, крысы, пора вам отдыхать. Вы уже действительно надоели. Но персонажи у меня уже получают достаточно хороший урон. Если мы такими темпами дальше пойдем, не укрепившись, будем получать люлей раз за разом. И опять скорпионы, елки-палки. Вы посмотрите, мало того, что они отнимают хпшки, так они еще и заражают по чуть-чуть, но медленно, но уверенно, как говорится. Так, получи-ка, скорпион. 2-кратный урон, нормально, в принципе, я доволен. Так, здесь 3-кратный, отлично. Быстрая была у нас здесь расправа. Так, 28 уровень, неплохая находка, давай лечись, дуреха. Джуди,
Джуди Дэвис. Блин, я думал, хоть здесь будет тишина. Нет, скорпионы все-таки здесь вылезли. Так, этого братишку надо будет сейчас подлечить, иначе он отдуплится. Смотрите. Хорошо, хоть скорпиона завалил. 1.25. Замечательно. Добра слишком много не бывает, это точно. Слушайте, квантовая кола здесь попадается, что уже, по сути, хорошо. Может быть, мы даже с вами добежим как можно быстрее. Оу. Так, парень, тебе надо с... А, хорошо, что у нас вот так вот вышло. И босс оказался ватным. И дал нам мишку. Редкий хлам, так сказать. Последняя комнатулька, по-моему. Оу. Сначала рейдеры убили моих раскорпионов, а теперь ты моего светяшку. Вы что, сговорились меня помучить? Так, смотрите-ка. Слушайте, я не знаю, что взять. Ну, давайте, может быть, попробуем последний вариант. Бутылка и мистер Крышка были здесь? Что ты нам скажешь? Нет, рейдеры отвели их на завод ядер колы. И все. Слушайте, а мы же вроде бы с вами уже были на заводе ядер колы. Такое ощущение, что мы с вами просто-напросто по кругу бегаем туда-сюда, впустую тратя свое время. Готовы. Ну давайте залп-то сделать еще один и пойдем уже домой возвращаться. Нас там уже заждались. Отлично, прихлопнул все-таки. О, еще один. Так, неплохо у нас с вами. Три чертежа здания. Мы будем дома собирать. Может быть, что-нибудь и насобираем. Давайте-ка быстренько бегом пробежимся. Сколько потребует? Ну, я думаю, одну колу, наверное, придется потратить. Или две максимум. О, одну. Как я, в принципе, и говорил. Давайте быстренько сделаем это дело. И мы уже на базе. Собирать. Халат лабораторный получаем. Так. Жилая комната Минитмены. Столовая подземка. Ага. И второй. И еще один у нас тут. Жилая комната Братства Стали. Ага. Хорошо. Потом, если насобираем, будем переделывать свои основные здания под новые. Я так понимаю, просто-напросто там будет перекраска. Так, что у нас тут? Комната полностью улучшена. Вот так вот. Слушайте, а у нас, по-моему, уже все улучшено. Ну, не считая те комнаты, где нужно 9000 крыжек. Дайте, нет. Пускай бегут пешком. Нечего тратить на них 6 колы. Это практически весь мой запас. Так, происшествие у нас 12 надо. Вот, в хлам превратить. Давайте-ка мы с вами... Да что ты будешь делать? Только хотел шмотки в хлам попревращать, как на тебе появились эти тараканы. Пятерка, давайте поставим чуть получше. Во, вот это вот. Выдать оружие 7 жителям. Расплюнуть, как говорится. 6-8, давайте 7-11. Седьмой уровень. Энергия. Так, разобраться с 12 происшествиями. Осталось еще 2. И какой уровень? 11. А это отходит себе, да? С, иди на электростанцию и давай работай, блин. Хотя зачем ему, в принципе, работать, ребята, если мы сейчас будем опять же идти на очередные задания. Так что не вижу пока смысла в этом. Так, превратить в хлам, да? Надо будет, кстати, сейчас попревращать. У нас очень много. Так, у нас очень много. Ну да, всякого барахла. Я надеюсь, засчитали мне это все дело. А то окажется, что я просто так разбираю свое оружие. Да что такое, хлам добыть не удалось? Вы издеваетесь надо мной сейчас? Так, ну-ка еще раз.
Блин, да что за фигня-то? Ну-ка давай. Ага, будильник. И все? Только будильник? Давайте-ка здесь попробуем. Ага, настольный вентилятор. И будильник. И микроскоп. Причем все это было редким. Наконец-то выполнили. Сколько нам дадут крыжек? 150. Уже 5 тысяч крыжек, это хорошо. Так, тут у нас еще 12 происшествий нужно. И выдать оружие 7 жителям. Давайте начнем с оружия, наверное. Так, у тебя обрез. Ну, давай тогда улучшенный обрез поставим. А у тебя что? По-моему, нормально здесь. 5-6. Так, заменили. А здесь? Так, погоди-ка, где-то у нас появился незнакомец. Спрятаться решил. Ну, мало дали, 197 крыжек. Как-то скудненько ты, однако. Незнакомец меня порадовал. Так, вот, блин, нет, биту ставим. А вот здесь у нас 5-6. Может быть, просто на 6 поставим. Все, осталось еще одному кому-то. Тесак пускай будет. Это тоже остается. Блин. Во, у меня там, да, кулинары сидят, вооружившиеся. Оу, здесь неплохая винтовка тоже. А тут... тут можно поменять, кстати, вот на этот. Все. Сделали еще одно задание. 240 крыжек. Что нам выдали там? Повысить уровень 21 жителю. И получу бокс. Но это уже слишком долго придется ждать. Раз, два, три. Три, четыре. Да, действительно придется еще долго нам подождать. Собрать 150 единиц воды за одну минуту. Давайте ускоряться тогда. Может быть, из этого будет какой-то толк у нас. Успех, отлично. Если мы сейчас еще разочек так сделаем удачно, то, возможно, сделаем это задание. Конечно. И что у нас? Ну, кто? Ага, крысы опять повыползали. Будь они неладны. Ну ладно, здесь у меня народ вроде бы вооруженный. Причем довольно неплохо. Должны мы здесь разобраться. А подхиливать все равно мне их придется. Вы посмотрите, как их быстро разбирают. Так, здесь подхил. Ну и тут, конечно же, и у барышни. Все. Как же вы все-таки их долго разбиваете, эти крысы? Я не понимаю, в чем проблема, конечно же. Но разница явно чувствуется между теми, на которых мы нападаем в пустоши, да? И крысы, которые нападают, наоборот, на нас. Ну, давайте, добивайте последнюю. Этот жарит. Робот-помощник с огнемета. Ну что, сделали все? Ага, хрен там сделали. Еще одно нужно происшествие нам. Отлично. Ну-ка, а здесь если активируют? Блин, ну ладно. Фиг с ним, зато сделаем 12 происшествий. Нападение рад тараканов. Всего 2 тараканчика? А, 3. Ну, я думаю, что должны справиться. Не послать-то некого. Никого на этом этаже, кроме робота-помощника и девчули, нету. Давайте, бегите сюда. Вот так. Потому что нечего ей там бегать одной, да? С тесаком. С кухонным. Да елки-палки, ты будешь драться-то? Чё ты бегаешь-то как сумасшедшая, а? Робот-помощник и то он наяривает. Все, сделали задание. 420 крыжек. Так потихоньку, полигоньку, глядишь, и накопим на 9000. Так, собрать 3 Steam. Каких 3 Steam? Steam-пака или чего? Так, а у нас задание. Испытание игрового шоу. А, это мы возвращаемся.
Вот освежающее спасение. Кстати, нужно отправить сюда ребят, мне кажется, да? И все-таки добить это задание. Тем более время у нас ограничено. Поэтому ребята, которые у меня сейчас на перерыве находятся, естественно, буду держать курс прямиком туда. Так, стимпаки, ратпаки, в общем, полностью их экипировали, можно отправлять на задание. Освежающее спасение. Ну, вроде бы как и все. Все задания пока у нас выполняются, люди наши развиваются, в общем, наше убежище растет. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в новых следующих свежих видосиках. А на этом все. Всем пока и до новых встреч. Удачи вам!